Мне понравилось, оно холодное, это первое, а второе, это вкусно. Это вкусно? Оно, сейчас я доем вот, знаешь, тот пирог, оно, который ты не доел. Оно вот какое-то... У нас обед. Вкус какой-то, вот когда первый раз кусаешь... Вчерашние пирожные сейчас будем пробовать. Вот это первый раз. О, сахара вообще здесь нету. Здесь сахара нет? Вот здесь. Как это нет? Вообще я ложила здесь нормально сахара. Есть. Я вообще не чувствую. И что, ты много его приготовила? Вот этого? Вот этого. Mm-mm. Сколько? Все. Мало? Много. Два стаканчика много? Плохо. Ты все? Угу. Он все. Все так все. Он, когда проснется, он мало ест. А потом он нормально ест. Пирог тоже вкусный. Пирог капустный. Ау! Не знаю, что ты хочешь. Я косичку себе заплела. Я спрашиваю, что одевать? Гулять? Угу. Выйди в гараж, посмотри, холодно. И подумай. Иди. А? И подумай. Сейчас быстро пирог съем и пирожное будем пробовать. Витюхе понравилось? Слушай, на улице вообще тепло. Да, конечно. Нет, в гараже было и холодно. Было, точнее, не холодно. Иди в шортах. Нет, ну не прям так тепло. Но было и холоднее. Вкуснотень. Все. Пирог доела. Сейчас будем вот эти пирожные покушать. Мама, где моя иголка? Вчера я тебе сказала, убери. Куда ты ее убрал? Вот она. Да. Вот такое. Как думаешь, жилетку надо одевать? Я думаю, да. Термобелье одену. Блин, никого нет на поле. Как думаешь, кто-то есть на поле? Уверена, что никого. Сколько готово денег ставить? Много. Ну сколько? Это вкусно. Это нежно. 500 тысяч готово было? Не приторно сладко. 500 тысяч готово было бы поставить? Витя, отстань. Ну просто спрашиваю уже. Нет. А 1 тенге? Нет. Почему? А? Ну что за глупость? Я еще буду ставить деньги на то, что есть кто-нибудь на поле или нет. А 1 тенге жалко? Не то, что жалко. Что за глупости? Что там? У тебя штаны спадают. Друфтики видно. Мама, раньше, когда... Тихо. Раньше, когда я училась в 10-м, в 11-м классе, были всем модные... Всем привет, мы с Казахстана. Были модные джинсы, которые низкие, низкая талия. И этот. И там тоже их одеваешь, потом видно было трусики. Не, мама, это не модно. Сейчас-то нет. Модно ходить с рваными джинсами. Сейчас уже нет. Хочешь, я тебе модные джинсы сделаю? Mm-mm. Ну, пожалуйста. Вот эти можно джинсики модные сделать? Иди, вот делай. Нет, тут, а вот эти. Делай. Можно вот это? Делай. Спасибо. Угар не будешь? Ножку, пожалуйста.
одну дырочку. Только попробуй. Чего ты же сказала, делай? Давай я тебе сейчас сделаю модные штаны. Нет, термобелье не считается. Серьезно? Успокойся, пожалуйста. Ты вообще не модная. Мама. Ты меня сейчас позоришь просто. Чем? Своим поведением. Это значит, я тебя плохо воспитываю. Ой, как хорошо. Ой, как плохо. Или это снова твои пранки? Какие пранки? Я тебе серьезно говорю. Ты знаешь, как можно в рваных джинсах ходить? Угу. Ну и ходи. Так девочки только делают. Что ж ты вообще в джинсах не ходишь? Начинать надо. Начинай, у тебя джинсы лежат. Мне нечего сказать. Я не могу оторваться. Знаете, что похоже? О, на суфле. На нежное-нежное суфле. Очень вкусная. Сколько я уже съела? Да, последний съем и все. Мама, где здесь? Витюш, я кушаю. Подожди немножко. Что там погода? На работу сейчас поеду. А можно с тобой? Можно. Может, останешься? Почему? Ну, вообще не хочу, вдруг дождь начнется. Ты все равно сейчас уйдешь? Не, ну я могу и с тобой поехать. Угу. А ты меня можешь в каком-нибудь поле оставить? На школьном. Нашем? Нет, в центре. А потом туда вернуться. Чтобы вот это я за тобой не стоп, сейчас куда-нибудь доедем куда-нибудь до Васильковки. Вот. Там ты меня оставишь на набережной или где? Ого. Ну, я там не хожу. А где мы будем? Короче, где-нибудь на поле оставишь, обойдешь маршрут, а потом за мной придешь. И мы поедем домой. А если дождь пойдет? Ну, спрячусь в подъезд. Потому что я просто сейчас за тобой плестись это буду ходить. Ну. Я так подумал, в центре Полюбас уже кто-то играть должен. А тебе прям обязательно сегодня надо на привок туда? Ну, я собираюсь. А может лучше на этот? На этот? Что? Ну, ты поняла, на вокзал туда. Где вот это поле? На вокзал нет. Почему? Это не мой маршрут. Блин. А какие еще твои маршруты? Вкусно? Мне понравилось. Оно суфле похоже. Да. Этот. А где мы, помнишь, тот раз на поле были, играли? В центре? Да. Когда на самокате я еще был. Когда мы еще в столовку потом пошли. Но мы можем сесть на восьмерку. Ага. Ты там выйдешь. Ты где? Туда сам дойдешь. Ага. А ты куда? А я поеду в Сарымбет. Блин. Давай, короче, если сейчас кто-то на Туркестане есть, я там останусь. На Туркестане? Да. Там от дождя точно негде закрыться. Домик. Там же площадка эта. С этим, с кораблем. Да? Да.
Не знаю. Мэри Поппинс. Все, короче, поехали. Мэри Поппинс отдыхает. Поехали. Подожди, дай мне допить, блин. Быстрее, дай, да, допивай. Быстрее кушать надо. Иначе вот так вот сделаю, смотри. Хоп! Убирай, я все. А, поставь, поставь бокальчик. А то вот так вот сделают, хоп, и нету бокальчика. Да. Тебе в детстве так делала? Вот ты бы так быстро все делала, вот если мне надо. Я тебе быстро все делаю. Ведь вынеси мусор. Сколько мусор выносит? Двое-трое суток. Я не выношу мусор. Витя, одень носки. Витя, одень носки. Ну, Витя не одевает носки. Витя, одень носки. Фу-фу, фу-фу. Поехали уже. Выключай видео, посмотри, где автобус. Я объелась, правда. Что-то это все сыпь. А как ты будешь сейчас ходить, если ты объелась? Ну, рот классно. Реально, Васильковка, это не твой маршрут? Васильковка мой. Проспект мой. А набережная? Набережная нет. Ну как набережная нет, если там Васильковка, это твой? Ну я не хожу, где набережная. Вот ты, блин, странный маршрут. Все, выключи видео. Дай допить мне. Инфобус посмотреть надо. Всем пока, дорогие друзья. Мы вам желаем счастья, здоровья. В этот дождливый день желательно укрывать овощи на даче. Всем до свидания. Всем спасибо за внимание. С вами была программа дача.ру. Увидимся завтра.